Такой сегодня день туманный. Почти не видно озера, только ближние дома. Дальше все теряется. Всем привет! Вы на моем канале «Прогулки на пенсии». Мы едем во Фрибур. Настоящая зима. Швейцарская, правда, с туманами и зелеными полями. Красиво. Как солнышко выглянет, сразу весело становится. Поля такие в солнечных пятнах. Интересно, выехали такой туман, проехали минут 7, не больше. Все прекрасно. Никакого тумана. Видимо, от местности зависит. Здесь и солнышко выглянуло прям, и никакого тумана будто бы и не было. Удивительно, конечно, как быстро все меняется. Времени без 5:09, ехать нам около часа. Ферма, наверное, старая стоит. Prochain arrêt, gare Terminus. Tout le monde descend, s'il vous plaît. Next arrêt,
Так, ну что, сейчас наш поезд подойдет. Поедем обратно в Нёшатель с Фрибура. Ну, целое поле чего-то зеленого еще не убрано. Какая красивая станция. Всегда здесь овечки пасутся, коровы. Поле какое-то неубранное. Капуста, не капуста. Я думаю, что это вот лаух, лук-порей. Прямо возле станции пасутся коровки. В низинке несколько домиков. И там в отдалении тоже какое-то поселение. И по зеленым полям между ними машинки. Туда-сюда, туда-сюда. Посмотрите, какая благодать. Просто какой-то райский уголок. Ой, поля просто бескрайние. Такая красивая деревушка или город, не знаю, со старым монастырем. Всегда проезжаю, обязательно снимаю, любуюсь. Мы встретились с поездом, который идет навстречу. А дальше поедем одни, потому что там одноколейка идет. Вот у них еще одноколейки тоже бывают. Удивляюсь, на крышах столько много вот этих окошечек, домиков, значит, ну, комнаток на крыше. А мне говорят, ну, там дети. Я говорю, как дети? Если зимой там холодно, а летом там жарко. Ну, говорит, ну да, вот там дети и живут. Такой старенький домишко. А зато лошадки здесь есть. Да, день просто такой замечательный. Ну, чем ближе подъезжаем, клубиться все начинает. Там где-то вдалеке видим холмы, покрытые уже снегом, и горы, и облака все там, видите, скрывает. Ну, а здесь в долине все еще уборка идет. Капуста, салат. Лук растет. Все уже, все, подъезжаем. Ну что, у нас тоже симпатичные домики, эти современные. Там вот в самом верху, там старые домики, да, здесь тоже старые. А здесь новые. Симпатичный желтый домик. Ну, все.
На этом мы заканчиваем нашу прогулку. Всем всего хорошего, не болейте, всего доброго. И гуляйте, гуляйте на пенсии.